Друзі, вітання всім глядачам ютуб-каналу «Фабрика новин». Моє ім'я Катерина Федотенко. Ім'я мого гостя – це Кирил Сазонов, український військовослужбовець Збройних сил України. Пане Кирило, ради вас бачити, як завжди, в нас в ефірі. Навзаєм, дуже радий вас бачити. Пане Кирило, звісно, що почнемо ми з оперативної обстановки під Бахмутом, тому що дуже багато інформації звідти останнім часом, особливо перед нашим з вами інтерв'ю, з'явилася інформація про те, що командувач сухопутних військ генерал-полковник Сирський вчора був під Бахмутом. Це, здається, вже його третя, здається, поїздка за останні кілька днів, фактично, чи не за тиждень. Так от, і він сказав, що бої у Бахмуті досягли найвищого рівня напруження. Розкажіть ви, що відбувається нині там? Дійсно, Сирський держить руку на пульсі. Він тут, бо дійсно, вже третій раз. Він постійно приїжджає в Бахмут, зустрічається з командирами, щоб знати обстановку реальну, не по докладам, а от бачити на місці, що, де і як відбувається. Общається з бойцами, то есть он здесь, и как-то это действительно придает бойцам уверенности, потому что никто не бросил, никто не забыл, командование не где-то там занято своими другими вопросами, все видят, что командующий сухопутными силами генерал-полковник Сырский здесь, это действительно важно. Во-вторых, я действительно сам захожу в соцсети, читаю кучу инсайдов, якобы рассуждений, советов, у меня такое чувство, что генеральный штаб насчитывает несколько тысяч человек, но они временно все находятся не в генштабе, а дома на диване, сидят и пишут рекомендации, что и как должны делать военные. Это, конечно, очень забавно, потому что диванные аналитики не владеют информацией совершенно, я и не владею полностью, владеет только разведка, генштаб, и принимают соответственные решения. Сегодня была ставка Верховного Главнокомандующего, Зеленский попросил Сырского и Залужного высказать свое видение развития ситуации на Бахмуте. Военные высказались за продолжение оборонительной операции, не выходить из Бахмута, держаться, усиливать оборону. Решение было поддержано президентом, решение принято, поэтому все дискуссии в социальных сетях, я считаю, исчерпали себя и не имеют смысла. Кратко, решение принято, Бахмут мы не сдаем, оборона продолжается. Фортеца Бахмут наша. Все, и тут нет места для дискуссий, есть позиція командування, є приказ, є воєнні, які виконують. Все. Це абсолютно так, і я думаю, що навіть якби довелося відходити з цих позицій, то навряд чи це можна було б назвати здачею території. Це занадто якась така зрадницька фраза, яка чіпляє мене вже дуже давно. Це скоріше просто відхід на позиції, які більш були б вигідніші для українських військових задля збереження життів. Але рішення ухвалено таке, яке є. Як ви і сказали, це правда. Але знаєте, на що не можу не звернути увагу? З'явилася сьогодні стаття німецького видання Bild, в якій вони, значить, розповідають з посиланням на джерела, розповідають про те, що є розбіжності між Володимиром Зеленським, президентом України, і головнокомандувачем українських військ Валерієм Залужним стосовно Бахмута. Мовляв, один стоїть на тому, що потрібно стояти і відстоювати фортецю, інший каже, що треба було відійти навіть ще кілька там днів чи тижнів тому. Як ви думаєте, наскільки взагалі це зараз можливо? Я вважаю це повним бредом. Ну, тому що, во-первых, Bild – це жовта преса, це законодатель моди в жовтій пресі, і, ну, вовсе не аналітика. Во-вторых, ви представляєте, як виходить чоловік із генерального штабу, який присутствує на ставці, отягощен кучей підписок о нерозглашении, владеє державною таємницею, їх немного, таких людей. И говорит так, пресс-службе нашей мы ничего говорить не будем, она ничего не будет заявлять, украинским журналистам ничего тоже рассказывать не будем, а позвоню-ка я в Bild, расскажу-ка им на самом деле, что происходит. Ну это же бред, но не выходит информация, державная таймница есть державная таймница, и люди, которые в очень серьезных погонах имеют эту информацию, они не будут ее сливать в Bild. Это их фантазия, то есть просто у нас есть определенная прослойка политиков, которые мечтают о конфликте Залужного с Зеленским, просто потому что ненавидят Зеленского, не могут простить ему выигрыш на президентских парламентских выборах. И их сторонники тоже, которые мечтают об этом конфликте. И Зеленский, и Залужный, достаточно умные люди. Конфликта этого не будет. Если есть расхождение какое-то, то оно будет обсуждаться за закрытыми дверями и будет найдено решение. И сейчас мы видим на ставке, Зеленский спрашивает и Залужного, и Сырского, что делать, как выходить из этой ситуации.
и военные предлагают свою позицию, и президент с ней соглашается. Так что в эту аналитику от Бильда с ссылкой, я думаю, на вымышленные источники, ну, я это не воспринимаю всерьез, это достойно только смеха. Як ви ставитеся до Інституту вивчення війни? Тому що вони пишуть Уваженням, наступне. уваженням. От, вони пишуть наступне, що українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. При цьому зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста. Чи помічаєте ви якісь такі, можливо, ротаційні рухи? Ймовірно так, а ймовірно і ні. Они точно не знают, и мы точно не знаем. На самом деле я вижу только свое подразделение, и сейчас мы вышли на ротацию, я поддерживаю связь со своим подразделением и с друзьями еще двух. И то, что нельзя обсуждать, мы не обсуждаем даже между собой по телефону. Кого-то вывели, вывели одно подразделение, где очень известный публичный человек, которого все любят. Поэтому все знают про то, что вывели это подразделение, из этого начинают делать далеко идущие выводы. Вы Все, зараз одно про подразделение. аэророзвитку птахи Да. мадяр. Да, и, возможно, они просто нужны на другом участке. И не наше дело на каком. Никто не знает, на каком, куда их перебросили, зачем и почему. Видимо, там нужнее. А кто зашел вместо них? Кто-то зашел. Но это, опять-таки, военная тайна. Мы не будем оркам сообщать заранее, иначе не получится сюрприза, и они расстроятся. До речі, Заходят новые подразделения, заходят другие. Но это все держится, естественно, в секрете. Но не будем же мы прямым текстом для врага говорить, кто заходит. Поэтому, в принципе, и не знаем, кто зашел рядом. Какое усиление? я і не прошу розповідати воєнні таємниці. І, до речі, тут хотілося б з вами розставити такі, знаєте, крапки над «і». У вас, я так розумію, зараз є трохи часу, аби відстежувати інформаційний простір український. Ну, не дуже багато, але є. Трошки є. Дуже часто в коментарях під інтерв'ю з різними військовими експертами, аналітиками, військовослужбовцями люди пишуть: навіщо ви розкриваєте ці військові таємниці? Ви зараз даєте ворогові інформацію, яку він використає проти нас. Як, от поки те, що ви стежите, чи говорять ті ж самі військові експерти щось, що не можна обговорювати? Мне эти диванные аналитики и гражданские специалисты по военной тайне, конечно, умиляют. Ребята, ну военные эксперты, сейчас я смеюсь, говорю, военных экспертов стало так много, были нормальными вирусологами еще 2 года назад, обсуждали коронавирус, все стали военными. Люди далекие от армии, люди, которые занимались в армии чем-то совершенно не стратегическим, в очень скромных погонах, вдруг стали на пенсии великими военными экспертами. Ну то есть вызывает смех то, что они говорят, то, что говорят военные. Ребята, ни один военный нормальный ничего лишнего не скажет, потому что, простите, бьют очень больно. Попробуйте найти у меня в Телеграме или в Фейсбуке информацию о количестве там раненых, погибших, о точном месте дислокации подразделения. На Бахмуте, на Бахмуте. На самом деле под Бахмутом, в другой точке стоим. И тоже все. Никто из военных не сдает ни точную дислокацию. Все фотографии, посмотрите, как военные фотографию делают, делают селфи, снимают видео. Вы никогда не определите, где это, потому что за спиной либо однообразная зеленка, либо серая стена. Ты сидишь в потрясающе красивом месте, но чтобы сделать селфи, там, отправить родным близким, закинуть фотку в Facebook и Telegram, ты выбираешь унылую кирпичную стену, каких миллионы. Неопознаваемый дом, чтобы никто не определил, где вы находитесь. Военные лишнего не болтают, не публикуют, не пишут. Есть отдельные идиоты, но после первой же публикации они получают от командира и от побратимов, потому что это риск, и больше таких ошибок не допускают. Все, военные не говорят лишнего, только то, что можно, только то, что уже есть официально, или от пресс-службы Минобороны или Генштаба, или направления, или бригады, или то, что есть уже в СМИ. Тоже я сразу опубликовал видео техники, которая приехала в польский порт, прибыла по морю, часть которой пойдет в Украину. Танки, БТРы, БЭХи. Зачем вы это публикуете? Зачем вы подсказываете русским? Ребята, это вышло уже в газетах местных. Все, уймитесь. Военные лишнего не болтают, с этим очень строго. Этому научились первые же дни войны. А в цілому, дуже багато інформації пише той самий інститут вивчення війни. Пишуть, значить, воєнна розвідка Британії і не тільки. Різні видання, такі як The Times, The Washington Post, Wall Street Journal, ну, хто тільки, кому не лінь. Ось цей розголос ледь не кожного кроку, кожної зміни під Бахмутом. Звісно, що він не може бути там кожен доступний засобом масової інформації, але в цілому, що
отримує журналіст, одразу це все розповідається. Як це впливає на ситуацію на фронті? Никак. Журналист ничего не получит того, что не положено. Журналисты, чтобы попасть на передовую, они должны все-таки получить разрешение. И вместе с этим они получают инструктаж, изучается их бэкграунд. Поэтому, да, институт изучения войны тот же, и британская разведка, и масса СМИ со ссылкой на них пишут о том, что принято решение вводить пополнение, бросать резервы на Бахмут. Да, такое решение принято, его не скроешь. Кто, какая бригада, численность, техника, где, когда будут, никто об этом не рассказывает, и никто из журналистов этого просто не знает, так надежнее. Мы сами этого не знаем, то есть узнаем постфактум, когда это уже рядом. Так что лишняя информация не просачивается, секретность – это, ну, сейчас основа всего. Мы же знаем, как на том берегу, на левом берегу Днепра кадыровцы позировали возле общаги, которую они заняли. Уже ночью туда прилетели хаймарсы. Страшные потери. Так что нет, лишнее не попадает. Все институты изучения войны все-таки используют открытые источники, на их основе делают свои выводы. Тут все нормально. Британская разведка, американская разведка, там, разведка стран Балтии, польская, наша, выдают в эфир только то, что проверено, не несет нам угрозы. Так что тут настолько контроль жесткий, что единственное, что может обойти его, это человеческий фактор, отдельные идиоты. Но они погоды не делают, это редкий случай. Я дякую вам за це роз'яснення, це насправді дуже важливо. По Бахмуту Ллойд Остін зазначив, що Бахмут зараз має символічне значення для України, аніж оперативне, і ми, значить, його зараз відстоюємо. І він так само сказав, що якщо Україна відійде з-під Бахмуту, то якби погоди це не зробить у війні. І насправді виникає таке відчуття, що ледь не весь світ зараз, ну, можливо, не весь, але світ закликає нас трішки відійти, аби мати успіх далі на якихось інших позиціях. Як ви думаєте, чи правильно я відзначила те, що зараз відбувається в іноземних ЗМІ? Я пам'ятаю, як багато політики і чиновники призывали нас сдаться, призывали нас сдать территории в обмен на перемирие. Так что давайте будем слушать себя, слушать свой народ, свое командование, своего президента, своих политиков, а не советов, которые люди хотят получить какие-то бонусы, мир, покой, благополучную жизнь и какие-то плюшки за наш счет. Опираемся на свои интересы. Что касается Бахмута, его стратегическое значение. Во-первых, это дорога Мариуполь, Донецк, Горловка, Майорск, Курдюмовка, Бахмут на Славянск. И вторая дорога, которая идет в западном направлении на Константиновку и Покровск. И дальше на Днепр. Вот его стратегическое значение. Бахмут в низине, рядом несколько высот. Это не Карпаты, конечно, но для Арты тоже аргумент. Так что даже выйдя из него, мы его будем держать под огневым контролем. Плюс мы же понимаем, что если мы выйдем из Бахмута, то это не остановит врага. Мы отойдем на подготовленные позиции, бойня будет уже там. Они полезут дальше. Это то, что есть по факту, это стратегическое значение. Что касается политического значения, о котором говорят, символического. Ребят, ну я же помню прекрасно, когда мы отходили на Бахмут с Лисичанска, это было начало лета, до 14 июля была поставлена задача им захватить всю Донецкую область. Но они были выснажены Лисичанском бесконечными штурмами, потерями под Лисичанском, под Северодонецком, и у них уже не оставалось сил. Вот они копили силы, полгода штурмовали Бахмут, даже больше уже, бьются, бьются, продолжают, ложат кучу народу. Для дальнейшего наступления у них точно не хватит сил, они здесь многое потеряли, но пока его взять не могут. Но полгода битвы за этот небольшой город, ну, согласитесь, мало кто знает, что на самом деле это старейший город Донецкой области. Но это только дончане знают. То, что в 18 году это первый город в Донецкой области, или тогда губернии, где подняли украинский флаг. Тоже, наверное, никто не знает толком, тем более за границей. Поэтому символическое значение имеет из-за того, что полгода за него русские бьются, а взять не могут. Вот, собственно, поэтому, да, поэтому это название все знают. Но это не причина здесь положить украинскую армию. Абсолютно. Повертаючись до заяви генерал-полковника Сирського, він сказав про те, що зараз бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження. Тобто, можна сказати, що найближчі дні, тижні може якось вирішитися ця битва? Ну, мені дуже хотілося б вам це сказати, але
Я не генеральный штаб, но боюсь, и там вам не скажут, потому что, опять-таки, не будем портить оркам сюрприз, им будет неинтересно. Я очень надеюсь, что, допустим, пока мы держим Бахмут, ребята с Кременной нанесут удар в тыл и дойдут до Лисичанска и отрежут бахмутскую группировку, и мы замкнем здесь котел. Было бы отлично. Они или побегут, или окажутся в котле. Такой сценарий возможен, да, и он вполне в стиле Сырского. Вспоминаем Харьковщину. Когда мы их пугали Херсоном, туда собрали все войска, что могли, нас перебросили на Херсон, всех. Я там встретил буквально всех, кого знал, с кем переписывался. Все были уверены, что мы будем штурмовать Херсон в лоб. Русские готовились его защищать. Мы тайно готовились напасть, и не тайно готовились защищать. Настолько смешно было, что операцию в шутку называли «Цитадель». И вдруг внезапно наступление на Харьковщине, Изюм освобожден, Балаклея, Лиман, вот он отсюда недалеко от Бахмута, северная точка Донецкой области, скажем так. Все, поэтому и тут мы можем под Бахмутом сосредоточить все усилия, а удар нанести, например, перерезав сухопутный коридор в Крым, Мариуполь, Бердянск, все что угодно. Так что, возможно, все, любой сценарий. Сырский не зря здесь проводит столько времени. Так что будет контрнаступление обязательно, но где и когда никто точно не знает. Говорю, это будет сюрпризом. Украинское командование потому и выигрывает, да, что делает сюрпризы врагу и делает ставку на интеллект, на военную хитрость, потому что биться лоб в лоб со страной, где армия гораздо больше, это бесперспективно. Яка ситуація зараз з логістикою? Наскільки можна доправити все, що потрібно, необхідно на фронт? Тому що там вже ж і Пригожин заявляв, що ледь не в оточенні вже українські сили в Бахмуті, і руйнування мостів відбулося. Чи не знищило це логістику Збройних сил України? Смотрите, мости между нами и храбаками вражескими, а дороги идут за нами. Значит, вчера спикер восточной группы командования, восточного командования сказал, что снабжение есть, продукты, БК идут сюда, раненых вывозят. У меня нет оснований сомневаться в официальной позиции украинского командования. А то, что рассказывает Пригожин, если ему верить, нас уже 10 раз окружили, много раз убили, и вообще непонятно, как мы разговариваем. Звісно, що ще один такий нюанс хочеться обговорити. Ми вже говорили про значення і роль західних ЗМІ в цій всій ситуації. І останнім часом так само пожвавішали, частіше почала з'являтися інформація про те, що, мовляв, Захід буде намагатися вмовити Україну до перемовин з Російською Федерацією. Там і The Wall Street Journal писав про те, що нібито Україні пропонували договір не про вступ до НАТО, але про якісь там супертеплі відносини з НАТО в обмін на перемовини з Росією. Окрім того, говорили про те, що Захід нібито неофіційно дав час до, здається, до кінця літа Україні відвоювати все, що ми там зможемо відвоювати, а потім вже треба сідати за стіл перемовин. Наскільки, на вашу думку, висока ймовірність того, що Україну зможуть попросити, не знаю, піти на поступки, сісти за стіл перемовин і дипломатичним шляхом вирішувати якісь питання? Сегодня в сеть попало видео, я тоже нашел у себя, опубликовал, расстрел украинского пленного безоружного. Мы им покажем, после этого пусть расскажут нам про дипломатию. На самом деле, вся эта тема очень попахивает российскими затеями, российскими тезисами, которые озвучивает и Россия, и Эрдоган, и Папа Римский, и Макрон, и целый ряд политиков, которые, да, предлагают переговоры. Ребят, нас не нужно подкупать какими-то особо теплыми отношениями с НАТО. Нам не нужно сулить какие-то бонусы. Украина к переговорам готова давно. И это озвучено не раз. Это озвучено президентом, озвучено МИДом, озвучено всеми политиками, всеми чиновниками, чье мнение хоть как-то принимается в расчет. Все, кто имеет право говорить, и даже те, кто не должен говорить, но к их словам прислушиваются, все озвучили давно. Выводите войска с оккупированных территорий, и мы садимся за стол переговоров. Все. Садиться за стол переговоров сейчас, пока часть территории Украины оккупирована, мы не видим смысла. По одной простой причине. О чем нам говорить? О том, какую часть вы освободите, какую нет? О том, чем мы заплатим за освобождение? Нет, ребята, или вы уходите сами в качестве жеста доброй воли, или это будет принудительный жест доброй воли. Такая позиция Украины, такая позиция руководства Украины, которую поддерживает большая часть украинцев. И мы же понимаем, что мы побеждаем. Они не могут взять несчастный Бахмут, маленький город, ну, в Донецкой области.
Они бились вокруг несколько месяцев вокруг Солидара, в котором 12 тысяч населения, по-моему, положив народу больше, чем население. Они потеряли за 3 недели под Угледаром больше 100 танков и половину элитной дивизии морской пехоты Тихоокеанская, 155-я. Они теряют людей, они теряют ресурсы, получают санкции. Что они смогли сделать? Киев за 3 дня, Украину за 7 дней, Харьков, Одесса, Николаев, все, что они планировали, ничего не взяли. Не взяли один Херсон, областной центр, и тот потеряли. То есть мы побеждаем на поле боя. Экономически, да, Украина страдает экономически больше, чем Россия, но нас поддерживают, нас помогают, и нам все время говорят, мы не устанем вам помогать, мы не устанем вас поддерживать. Никто не сдается, никто вас не сливает. А Россию санкции постепенно душат, это факт. Они пытались нас заморозить этой зимой, чтобы мы приползли на коленях, просили, капитулировали, просили Зеленского подписать все, что угодно, лупили по энергообъектам. Разрушили 50% энергетической инфраструктуры. Кто-то замерз, кто-то приполз на коленях. Нет, украинцы держались, мы сидим со светом уже сколько, недели 3, наверное, полноценный свет в Украине есть. Энергетики нашли новые цепи, новые варианты подключений. 70% сейчас генерации обеспечивают атомные энергостанции Украины. Это державные АЭС, они работают на полную катушку, и у нас свет есть, уже мы можем его продавать за границу, уже можем отправлять на экспорт. То есть и тут мы выстояли. Попытка в дипломатии что-то сделать, Украина тоже одержала победу, потому что нас поддерживает весь цивилизованный мир, союзники России, по большому счету, чтобы они не выдумывали про Китай, реальных союзников Беларусь, Эритрея, Северная Корея. Такая себе группа поддержки. Это знаете, как мы смеемся, если прибежала собачка, прибилась к нам, или там птичку какую-то стали прикармливать, и она не улетает. Ну, обещали усиление, командиры, вот прислали, ну, такое себе усиление. Так вот и у России, ну что от этой Эритреи толку? Что толку от Лукашенко или от Северной Кореи? Вот. Так что Украина побеждает на всех фронтах, на военном, на энергетическом, на экономическом, на дипломатическом, везде. И наша перемога окончательная, которая нас устроит, это вопрос времени. А Россия готовится к большой грызне. Там у Кадырова свои планы, у Пригожина свои, у Ковальчуков свои, у других там, у Патрушева свои, у Шойгу свои. Путин как бы вождь стар, Акела может промахнуться в любой момент. Так что время работает на нас. Мы выигрываем. Это не значит, что мы тормозим и ждем у моря погоды. Контрнаступ будет, будет перемога. Поэтому я надеюсь, опять-таки, исходя из там, слов того же Буданова, что к концу лета все будет совсем по-другому, даже географически. Чекаємо і віримо. Я, знаєте, ви поділилися спогадами там день на передовій, да, як ви там жартуєте про підсилення, песик прибився, і ви про це жартуєте. Розкажіть, яка атмосфера зараз панує в нашому війську, так, фактично в самому пеклі, на самій передовій, як впливають ті чи інші події? Можливо, якісь, ну, те, що потрібно інколи відходити на інші позиції. Ну, зрозуміло, це війна, то назад, то вперед. Як це впливає на бойовий дух ваш і ваших побратимів? Я не могу говорить за всех, потому что я могу говорить за людей, с которыми я вместе, с которыми я общаюсь, там, и из других бригад, с которыми на созвоне. Мой круг общения – это в основном добровольцы, то есть люди с такой жесткой мотивацией. Никто не протекает. Настроение хорошее, говорят, как ты можешь шутить в такое время? Да мы ржем постоянно. Да меня ценят не потому, что я хорошо стреляю, стреляю отвратительно, меня ценят за то, что я знаю кучу анекдотов. Потому что, ну, без смеха тяжело, можно сойти с ума. Военные подкалывают друг друга, разыгрывают, смеемся над собой, смеемся над врагами. Можно подшутить в разумных пределах над командиром, в разумных пределах. То есть никто не протекает, не впадает в депрессию. Да, конечно, перекашивает периодически, когда погибают люди, к которым ты привык, когда уезжают по ранению, когда сталкиваешься с перегибами по бюрократии, по глупости, которая осталась от Советского Союза еще. Такие вещи есть, они изживаются тяжело. А в целом народ смеется, с чего может. И да, мы смеемся над собой, смеемся над врагом. Ну, потому что иначе можно сойти с ума. Да, очень много шуток, розыгрышей. Смотрите, сколько в сети смешных видео от бойцов. Командир нас хотел заставить потанцевать на камеру, но как-то передумал, слава богу. Видно, мы хорошо себя вели. Ну, какие из нас танцоры? Так что народ старается на все смотреть, ну, как-то позитивно. Ну, вчера ходили, смеялись там, что черепаха живет до 150 лет просто потому, что она никогда не снимает бронежилет. Так, и вы ходите, пожалуйста, всегда в бронежилете, в туалет, это нормально. Це дуже круто. Це насправді показує
наша особливість, особливість наших військових, не зважаючи ні на що, підтримувати такий бойовий, бадьорий дух. Ви знаєте, згадуючи про відео, і ви теж вже так мимохідь згадали про це жахливе відео, яке зараз є в інтернеті, про те, як росіяни розстріляли українського військового, полоненого, після того, як він сказав «Слава Україні». Як ви думаєте, для чого? Вы знаете, они до сих пор меряют нас, мне кажется, это мое мнение, я не психолог ни с какого боку. Мне кажется, они меряют нас по себе, они хотят нас сломать. Что мы были в усе, это ж могут так и меня. Надо сдаваться, надо бежать. Надо бежать, может, тогда они не будут стрелять. Мы прекрасно знаем, что они хотят нас убить. Мы знаем об этом с первого дня. А кто поумнее меня, те знали это и раньше, понимали. Поэтому это наш честный, свободный выбор. Мы не собираемся не то, что жить вечно, но мы не собираемся дать себя убить просто так. Именно поэтому и журналисты, и политологи, и музыканты, люди совершенно мирных профессий взяли в руки оружие. Мы не позволим себя убить просто так. Мы тоже будем убивать. И мы показали, что мы это делаем гораздо эффективнее, чем они. Они по-прежнему пытаются нас сломать, испугать, показать весь ужас. Ребят, мы знаем, что будет страшно. Вы знаем, что вы хотите нас убить. Мы будем убивать в ответ. Все просто. Они сами вот без этого желания хотят нас сломать, а на самом деле делают нас просто злее. Пане Кирило, я дякую вам за цю розмову, за важливі. Дякую вам, что не забывайте, напоминайте людям о том, что война не закончилась, потому что мы приехали в Киев, у кого нервы покрепче, просто вздыхают, а кто подергает, те говорят, слушай, ну на Киев. Но тут мир, люди забыли про войну, все. И это действительно шок. А що саме ви побачили? Ну, нет, ну общее настроение. Я смотрю, как люди себя ведут. Как... Такое чувство, что действительно войны нет. Война опять далеко, 2014 год. Не Я забывайте. просто говорю, я рассказываю не свое мнение. На самом деле, я считаю, что мы воюем для того, чтобы люди жили спокойно на территориях, где нет русни. Но некоторые побратимы просто действительно ходят и говорят, такое чувство, что про нас забыли. Войны нет, здесь у всех своя жизнь. Пане Кирило, звісно, що не забуваємо, звісно, що кожен день про це говоримо, нагадуємо, і, можливо, дехто і дозволяє собі умовно намагатися радіти життю, але при цьому я думаю, що більшість українців продовжує донатити, так як робимо це ми, на Збройні Сили України, аби якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі, і ви, наші герої, повернулися додому в безпеку, в мир, з перемогою. Я дуже цього бажаю вам, нам, Дякую. і дякую вам за цю розмову. Друзі, Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, був разом з нами. На цьому я кажу дякую вам. І вкотре нагадую, підтримувати наших військових. Це зараз вкрай, вкрай важливо. Спасибі, що ви з нами.